Сегодня 4 августа, и мы приехали в Пицунду. Это первая наша остановка по Золотому кольцу Абхазии. Здесь такой невероятнейший воздух, что хочется просто кушать, как вкусный коктейль. Мы принимаем сейчас воздушные ванны, которые поспособствуют увеличению нашей жизни. Как сказал экскурсовод, что 10 минут, проведенного на свежем воздухе в Пицунде, увеличивают жизнь на 3-4 месяца. А так как мы здесь час будем находиться, то минимум на 1,5-2 года. Здесь можно увидеть множество различных видов пальм. И пальму даже. Платаны, акации, магнолии, пицунские ели особенные. Они выделяют особенный аромат, который... Ай-яй-яй! Будет полезен особенно легочникам. Да. Прискакал наш мальчик, зайчик. Сейчас мы вышли из сквера, который ведет от пляжа к санаторию. Вот такие здесь пальмы. Пальмы, горы, субтропический климат здесь преобладает, хотя в горах бывают и снега.